Поворачиваем на Покровск-Уральский и Баяновку. Покровск пошла грунтовочка, но она больше на асфальт смахивает. Очень ровная, хорошая жесть. Тут заканчивается. Холонгинское водохранилище будем проезжать. Большое довольно-таки. Здесь такая трасса, оказывается, загруженная. Она тут Покровск-Уральский. Пару километров машин одна за одной. Уезжаем по Покровск-Уральский. Сразу видно, виды красивейшие тут открываются. Здесь такое находится. Табличка. Так, сейчас посмотрим на этот самый Покровск-Уральский. Добыча идет во все. О, кумба тут какая красивая, а? Прямо нависает над Покровском. Так, вот пошли улицы. Карьер, такая пылища от него. Ужас. А, все в тумане. А, это разработка этого карьера тут. Какую-то промышленную зону выехал в Покровске. Интересно, тут будет выезд в сам поселок. Что-то все добывает. Уральские горы действительно житница страны. Грейдер дорожку подравнивает. Какие-то остатки чего-то. Райончик получается. Ну, котельная какая. Там основной поселок внизу лежит. А вот смотрите, какая прелесть. Папа, а? Мне срочно нужен 1 000 000 евро. Нет, было опять. Что это такое? Баня, что ли, была раньше? Бараки такие вот симпатичные. Такой центр с магазинами. Не подскажете, дорога на Жигалан где начинается? Слушай, можешь отсюда начать. Поворачиваешь на трассу и все, и по трассе. А дорога хорошая, не? А? Дорога хорошая? Ну, не на твоей машине. Там же видно. Ты проедешь, все. И больше не проехать? Каменистая будет. Ага. То есть надо повыше. Разбиваешь ее. Покровск-Уральский – поселок в Североуральском районе Свердловской области. Основан в 1760 году. До 1947 года назывался просто Покровск. Статус поселка получил в 2004 году. Население – 1160 человек. Покровск-Уральский расположен в 8 километрах к западу от города Североуральск. Поселок раскинулся на берегу реки Колонга, которая начинается у подножия Большой Брусковой горы в составе горного массива Кумба. В Покровске заканчивается ЖД-ветка от станции Бокситы. Небольшая, всего 9 километров, но очень важная для экономического развития поселка. В 1757 году в Петропавловском, ныне Североуральск, был построен завод для выплавки железных руд. А еще в 1752 году рудознатец Постников открыл Покровское месторождение железных руд. Все сошлось, рядом завод, руда есть. Так, на базе месторождения в 1760 году был основан поселок Рудокопов. Позже был открыт рудник по добыче железной руды. Построена шахта Первомайская. Нынче добыча полезных ископаемых полностью свернута. Работает только щебеночный карьер, предприятие «Уральский щебень». Из-за закрытия горнодобывающих предприятий население Покровска-Уральского резко сократилось. С 6000 человек в 1960 году до 1000 с небольшим сейчас. Это у нас Заречка, в которой школа, а та Заречка, в которой нет школы. Футбольный стадион. Школьный стадион.
О, шишига кунговая. Ну, в общем, вот у нас школа. А я поехал на ту сторону железной дороги. Ух ты, УАЗик, ах, только в деревнях такую красоте не увидишь. Сейчас там выедем. Ну вот на та самая дорога на Жигалан. Сплошные лужицы, лужицы. Тарелочки. Смотрите, какая дорога здесь, в Покровске-Уральском. Совсем две больших разницы. Переезд, и я попадаю на другую половину Покровки. За железной, так сказать, дорогой. Вообще, конечно, живопись, как она есть. Здорово очень. Чем промышляешь там, а, братишка? Чем промышляешь? Оказались первые бараки. Некоторые уже совсем пали. Некоторые люди еще живут. Все тут, конечно, в частном доме жить самое то. Между гор. Кумба, это километровая гора, она возвышается там над всем. Так, ну что, у нас тут улица 8 марта. Я с 8 марта поворачиваю здесь. Сосредоточие. Здравствуйте. Магазин, что ли? Почта. Памятник Победы. А это картина, наверное, но мотив Кубы. О, Дом культуры. Здесь у нас улица магазинов. Ёпарасоты, а какой ДК? Какой ДК? Это круче. Наши предки. Вот это я понимаю, красота. Все-таки раньше понимали, что людям нужна какая-то отдушина в жизни. Ладно, я в Покровске, в Уральском все объехал. Дорога на Баяновку. Очень серьезно. Дорога на Баяновку очень живописная. По северам Свердловской области ездить надо. Много бензина. И большие колеса. Так, что-то мы тут пересекаем какую-то речку, что ли. О, еще какая-то дорога примыкает. Тут дорог, блин, дорог. Это у нас кладбище. Тут идет целое кладбище. Получается между Баяновкой и Покровским. Да, на горизонте вырисовывается. Баяновка похожа под самой вершиной Кумбы. Табличка Баяновка, табличка вот появилась. Да, она Кумба. Прямо из Североуральска открывается потрясающий вид на вершины гор. Ближе всего – две. Высшая вершина одноименного горного массива – Кумба, 921 метр. А та, что пониже – Золотой камень, 870 метров. Гора Кумба находится в окрестностях Североуральска в 6 километрах от поселка Баяновка. Восхождение на гору можно начинать от берега речки Золотушка, стекающей со склона Золотого камня. Еще в 18 веке в тех местах искали золото, потому вершину и речку так назвали. Здесь же находится указатель на гору Кумба. По дороге встретится родник с табличкой на дереве «Исток Добрый Монах», где можно пополнить запасы воды. Во время восхождения на склонах горы встречаются и ягель, и можжевельник, и багульник, и черноголовка, и, конечно, целые поля иван-чая. С вершины горы открывается панорамный вид на близлежащие поселки Баяновка и Покровск-Уральский. На севере видны очертания горного массива Денежкиного камня, а на западе – главный Уральский хребет. Вот они, Уральские горы.
Свердловская киностудия в 59 году сняла в окрестностях Кумбы полнометражный художественный фильм. Затопленный в Баяновке. Летом покупаться можно по-любому. Отличный подход. Скалы, можно прыгать. Ну что тут у нас еще на Баяновке творится? В середине такой майданчик центральный. В центре Баяновки детский садик, установка. Ну, конечно, тут главенствует Кумба над всем. Круто очень, какая-то разрушечка. Классное местечко для жизни. Домишки такие тут не очень, конечно. Это у нас улица Пушкина. Так, Александр Сергеевич, такое тебе живописное местечко. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух. И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин. Какая красота здесь. Лучшее место для жизни. Вот и фигня. Вот на таких машинах тут нормально гонять. Нормально. Ну классный, классный поселочек. Баяновка. Поселок в Североуральском районе Свердловской области. Основан в 1914 году. Население 437 человек. Баяновка расположена в 14 километрах к западу от города Североуральск. Поселок раскинулся на левом берегу реки Колонга, выше устья правого притока реки Золотушки и левого притока реки Баяновки. Все речухи бегут с горного массива Кумба, который нависает над поселком. Сама гора Кумба, высота 921 метр, и золотой камень чуть южнее образуют живописное полотно, видное из любой точки Баяновки. Поселок был основан в 1914 году для горняков и лесозаготовителей. Тогда же была построена ЖД-ветка до Баяновки от станции Вагран, Богословско-Сосвинской железной дороги. Ныне разобрана. В 1941 году спецпоселение Баяновка было восьмым по численности спецпоселением Серовского района. В ней проживало 873 спецпереселенца, в основном немцы. Руководство СССР переселяло этнических немцев с Поволжья, чтобы они не примкнули, не дай бог, к наступающим фашистским ордам. По данным переписи в Баяновке следующий национальный состав. Русские – 88%, татары – 3%, немцы – 3%. Кроме того, 200 мужиков и 237 баб. Так, вот там школа у нас еще. Прекрасным грейдером.
Так.